Добрый день, это программа «Балтия». В этом выпуске мы пройдем тайными тропами литовской истории. Тайными, потому что Литва в свое время одна из самых могущественных стран Европы, для большинства иностранцев по-прежнему остается неизведанной землей – terra incognita. После этой программы, думается нам, она станет чуть ближе и понятнее. С вами в Рижской студии Евгения Эрлих. Сегодня в программе. В тихом омуте черти водятся. Литовский секрет выживания в болотных топях. Или почему крестоносцам не повезло. Камни под ногами дают надежду, что все закончится хорошо. Что написано пером? Великое княжество, Речь Посполитая, Смерть, Возрождение, Республика. Литовские хроники. Название Литва впервые упоминается в средневековых хрониках в 1009 году. По усам текло, а в рот не попадало. История легендарного поместья, где встретились все. Самое главное – поцелую. Во. И тогда пиво получится очень хорошее. Литовцы как народ, как и любой другой народ, это смесь различных этнических групп. Литовцы стали литовцами в результате объединения таких балтийских племен, как литвы, аукштайты, дзуки, занавити, капсы, скальвы, ятвяги, жемайты. Так вот о жемайтах. Жемайты или жемайтийцы, а не жежмуть, племя легендарное, это последние язычники Европы, и они до сих пор хранят свои традиции и свою историю. Из самого сердца жемайтии. Евгений Павлов. Если вы видите флаг, на котором изображен медведь с оторванной цепью, по дорогам разгуливают не боящиеся машин любопытные зайцы, а вокруг красивые холмистые пейзажи, значит, вы попали в Жемайтию. Это уникальный регион Литвы, который в старинных славянских источниках назывался Жмуть. Регион, который не смогли завоевать ни немецкие крестоносцы, ни русские князья. И даже после того, как жемайты вошли в состав Великого княжества Литовского, стали его главной боевой силой, они сохранили свой особый статус, свою независимость. Они, к примеру, стали последним народом Европы, который силой и уговорами удалось наконец-то обратить в католичество. Случилось это лишь в 15 веке. Но даже формально став христианами, жемайтийцы во многом остались верны языческим традициям. И хранят эти традиции до сих пор. Жемайтия все-таки для Литвы это как бы щит, как бы не только в духовном понятии, если так взять это, и если не упрямый такой характер, так не знаю, с чем была сейчас бы Литва. Я как и антрополог, и археолог, я знаю, что последние как бы такие и упоминания, что люди, которые, не знав церкви еще, ну, костела, до 18 века содержались. Витовтовс, в прошлом археолог, сейчас разнорабочий и один из хранителей огня на горе Шатрия. Это знаменитое в Литве место языческой силы. По одной из местных легенд, Шатрия – пристанище ведьм. Сегодня эта гора примечательна тем, что здесь уже почти 3 года не гаснет огонь. Точнее, его уже 3 года поддерживают люди. Здесь специально построен шатер, а у костра поочередно сменяются дежурные. В их понимании огонь дает силу и соединяет прошлое с настоящим. Этакий символ непрерывности истории. Вопрос с дровами решается просто. Их жертвуют паломники, которые приезжают сюда со всего света, чтобы зарядиться огненным духом. Пожертвования в виде денег хранители огня не берут. Не можно сказать, что это мы какие-то сектанты или не принадлежим, чтобы какое-то религиозное какое-то общество. Это мы, вот эти дети этой земли, и побывав с огнем, вот таким, ну, как бы, ну, набираем как бы силу, и вот то, что здесь хорошими мыслями насыщаем вот эту пространство, оно действует, и все. Огонь Жемайтии издревле имел не только сакральное значение, он еще помогал выигрывать сражения. Здесь много высоких холмов, вблизи которых строились крепости. И если неприятель приближался к одной из них, жемайты сигнализировали об этом соседям, зажигая на вершине холма костер. Соседи, в свою очередь, тут же запаливали свой костер, свой сигнал об опасности. И так, со скоростью огня, весть о нападении быстро разносилась по округе. Таких секретов в военной истории этого края много, и сегодня мы разгадаем еще один.
Это самая высокая точка Жемайтии – гора Медвигалис. Рядом на соседнем холме когда-то находился укрепленный замок. На него посягали захватчики как с запада, так и с востока, но чаще всего они оставались ни с чем, потому что местные жители знали один секрет – это дороги, проложенные через болото. Эти дороги помогали им заманить захватчика в ловушку, либо по-тихому скрыться, либо позвать кого-то на помощь. Одна из таких болотных троп находится совсем рядом. Сейчас мы спустимся и попробуем испытать на себе, что значит быть настоящим жемайтийцем. Неувязность в трясине нам поможет Андрис Байорунас. Родом он из Аукшайтии, другого литовского региона, но живет здесь уже более 10 лет и за жемайтийцев стоит горой. В Арняйском региональном парке он реальный рейнджер. Может и экскурсию провести, а может и штраф выписать, если кто-то плохо себя ведет. А вообще его основная работа заключается в том, чтобы сохранять культуру и природу края, заботиться о его развитии. Андрюс, хоть и географ по образованию, хорошо знает историю Жемайтии и готов рассказывать о ней часами. Здесь было очень много болот и очень мало дорог. То значит, если ты не знаешь дороги, тебе очень трудно передвижаться. И по-моему, было решено построить дороги так, чтобы они были просто под водой. В информационном центре Варняйского регионального парка, откуда группа отважных добровольцев решила отправиться на поиски пути через болото, Андрюс подробно рассказывает о том, как вообще такие дороги появились в Жемайтии и как они строились. Есть предположение, письменных работ об этом нету, но предположение такое, что зимой мы, люди, кладали деревянные палки, потом, может быть, немножко песка и камни. И потом, когда пришла весна, вся дорога погружилась вниз. И по-настоящему, если идешь по этой дороге, ну там, у края дороги, если там внырешь, ты можешь ощупать старое дерево. То есть, значит, она половину деревянная и половину каменная. Называются такие болотные тропы кулгринда. Кулис – это камень. А вторая часть слова отображает процесс укладки камней друг на друга. По сути, брусчатка. Их стратегическое значение трудно переоценить. Ведь иногда, чтобы попасть из одного древнего укрепления до другого, вокруг озер и болот, требовался день. А через болото – всего пару часов. Но это для тех, кто знает. Неприятели же, погнавшись за жемайтийцами, часто оставались в болотах навсегда. И даже крестоносцы говорили своим солдатам, если идете на битву, будьте готовы, литовцы очень опасные. Они сначала начинают битву, а потом начинают бежать. И бежит в лес. По-настоящему крестоносцы бежит за ними. А там уже ловушка. И вот как выглядела эта ловушка, даже не теоретически, практически сегодня я вам покажу. Мы просто своими голыми ногами будем потоптать по истории Литвы. Перед тем, как ступить в болотную жижу, Андрюс проводит небольшой инструктаж. Весело говорит о том, что здесь много змей, волков и других полезных животных, и советует идти осторожно. Если увидите лося, просто мы все делаем так, он проходит мимо. Если кабаны с маленькими детьми, уже осторожно. Они, может быть, агрессивные. Небезопасно в этом месте. Некоторые уже плачут. Пересчитав участников похода, Андрюс выражает надежду, что именно в этом количестве группа вернется обратно. Нас, как нарочно, ровно 13. Все стараются выглядеть веселыми, но получается не очень. Через несколько минут начинаются первые испытания. До того, как под ногами появятся камни, наш гид дает всем почувствовать, что мы в настоящем болоте. Грязь в прямом смысле непролазная. Но мы пролазим. По дороге находим обувь, оставленную нашими предшественниками, и втайне надеемся, что с ними все в порядке. Смотрите, я говорил, что лучше идти без обуви. Тут недавно шла группа, мы по осени ботинки собираем. Этот возьмем на обратном пути. Гриша.
Ангрис подбадривает и упирает на то, что проход по Кулгринде – это очень мощная терапия. И ты забываешь депрессию, забываешь все, что угодно. Ты думаешь только, как выжить. И это действует положительно. А вот и непосредственно Кулгринда добрались. И здесь будет дорога, и широкая, и длинная, сделанная из камня. И вот я уже шагнул на литовскую историю. Они острые. Достаточно. Следом за Андрюсом шагаем на литовскую историю и мы. Надо сказать, не очень она уютная, а местами и довольно острая. Но ощущение твердых камней под ногами посреди болота придает уверенности. Правда, ненадолго, так как глубина довольно быстро увеличивается. Наш рейнджер объясняет, что время от времени он проводит еще и ночные походы по этой Кулгринде. В голове тут же складывается афоризм: страшно аж жмуть. Даже не знаю, кем я себя сейчас чувствую. Жемайтийцем, который заманивает крестоносцев в ловушку. Или тем самым крестоносцем, который в эту ловушку попал. Но камни под ногами дают надежду, что все закончится хорошо. Для крестоносцев преследования местных жителей редко заканчивались хорошо. Тактика была отработана до мелочей. Дорогу через болото обычно обозначали каким-то условным знаком, чтобы тот, кто шел первым, мог ее быстро найти. Последний же метку забирал с собой. Преследователи промахивались, и их засасывала трясина. Но даже если немецким рыцарям удавалось нащупать тропу и пойти по ней, их все равно ждало разочарование. В середине каменная дорога вдруг расширяется до 17 метров в ширину. Очень удобный плацдарм для того, чтобы окружить преследователей и уничтожить. Вода в этом месте, кстати, уже доходит до груди. Но участников нашего похода это не пугает. Молодежь с азартом мерит глубину болота и ширину Кулгринды, а старшее поколение наслаждается болотной терапией. Как вы себя чувствуете на этой тропе? Очень хорошо. Терапия, ну, непредсказуемая. Лина – местная жительница, домохозяйка. В болото полезла из любопытства и не пожалела. Говорит, что страшно не было, потому что Андрюс – очень хороший гид. Мы, между тем, поворачиваем обратно. Признаться честно, с некоторым сожалением. Уж слишком захватывающим оказалось это приключение. Супер, я еще раз могу прийти. Много эмоций, разные. И страшно было, и весело было. Супер. Вайда, учительница младших классов, говорит, что много раз рассказывала детям в школе об этой дороге, но пройти по ней решилась лишь сейчас. Она уроженка этих мест, настоящая жемайтийка, и теперь считает, что выполнила свой долг. А вот ее муж, Арунас, родом из Вильнюса. Он профессионально изучает этническую музыку. Признается, что в Жемайтию приехал по работе, но встретил здесь Вайду и остался. Понятно, что отпустить жену одну в болото он не мог. Было интересно, во-первых. Во-вторых, все равно рядом живешь и не знаешь, что есть и как есть, и не можешь потом рассказать другим или даже родным, которые приезжают из других регионов Литвы, то как-то не совсем уютно потом и чувствуешь себя. Мне очень понравилось, и с удовольствием бы еще раз пошел. О том, что надо бы обязательно еще раз пройти по Кулгринде, наверняка думали все участники нашей экспедиции, когда, выбравшись из болота, отмывались в лесном джакузи. Так называют небольшой пруд рядом с болотной тропой. Терапия удалась на 100%. Это видно по счастливым лицам, испытавших ее на себе. Мысленно вычитаем из жемайтийского списка одну разгаданную тайну. Но здесь еще много удивительных и уникальных мест. Например, единственное на всю Литву озеро, где можно найти янтарь, причем величиной с кулак. Один такой экземпляр хранится прямо в инфоцентре Варняйского парка.
или загадочная литовская баня Пиртис, что расположилась в здании старинной мельницы. Говорят, что если париться в ней, строго соблюдая все древние обряды, можно даже соединить разладившуюся семью. Словом, в Жематию точно следует вернуться. И, конечно, еще раз забраться в болото, чтобы снова пройти босыми ногами по литовской истории. Евгений Павлов, Даниил Жилинский, Балтия. В этом сюжете для полноты картины важен исторический контекст. Литовские хроники. Наша инфографика. Зарождение государства. Предками литовцев были балтийские племена Жмуть, Жемайты, Аукштота, Аукштайты и Литвины. Название Литва впервые упоминается в средневековых хрониках в 1009 году. Но до 13 века все еще нет никаких признаков самостоятельного государства. К объединению племен подтолкнуло вторжение в Балтию немецкого ордена крестоносцев. С 13 по 15 века. В начале 13 века князь Миндовг подчинил местные народы. Литовское княжество сумело выстоять в борьбе с крестоносцами, а с конца 13 века Литва стремительно расширялась. Князь Гедемин присоединил земли русских князей и образовал государство, которое вошло в историю как Великое княжество Литовское, Жемайтийское и Русское. А князь Ягайло в результате династического брака стал одновременно польским королем под именем Владислав II. В 1387 году Ягайло официально крестил Литву по католическому обряду. Литва – последнее государство в Европе, которое приняло христианство. В 1410 году войско Владислава II Ягайло и князя Витовта одержало историческую победу над Тевтонским орденом в Грюнвальдской битве. 15 век – время наивысшего расцвета Великого княжества Литовского. Оно простиралось от Черного моря до Балтийского, а литовские князья сидели на польском престоле. С 16 по 19 века. В 16 веке сразу две войны с Россией и Ливонская серьезно ослабили как Литву, так и Польшу. В 1569 году обе страны подписывают союзный договор о создании единого государства – республики обоих народов – Речь Посполитая. На протяжении следующих двух столетий Речь Посполитая вела кровопролитные войны с Османской империей, со Швецией, против Богдана Хмельницкого, вместе с Россией в Северной войне и против России в Русско-Польской компании. Демографический и экономический кризис, подорвавший страну, привел к захвату и разделу ее территорий между Россией, Австрией и Пруссией. Весь 19 век Литва входила в Российскую империю. С 20 по 21 века. В Первую мировую Литва была оккупирована Германией. После прихода в России к власти большевиков 16 февраля 1918 года Литовский совет объявил о восстановлении независимости. Реальную независимость страна обрела через два года после тяжелых боев с Красной армией, но ровно через 20 лет Советский Союз аннексирует Литву. Во Второй мировой войне Литва была оккупирована немецкими войсками, а после их поражения в 1944 году Литва вновь в составе СССР, период, который в литовской историографии именуется советской оккупацией. В 1990 году Литва объявила о выходе из СССР. В результате противостояния с частями советской армии в январе 91-го в Вильнюсе погибло 14 человек. В августе 1991 года Литовская республика была признана международным сообществом. В 2004 году Литва становится членом НАТО и вступает в Европейский Союз. Есть в Литве уникальное место – Покруойская усадьба. По сути, это живой музей, где пересекаются все главные персонажи литовской истории – жемайты и крестоносцы, поляки и немцы, коммунисты и капиталисты. О литовских скрепах. Анна Смирнова. В старинной усадьбе подъезжает карета с бароном и баронессой. Лошадей тяжеловесов выводят на соревнования. Гости сажают картофель и георгины. Это старинный литовский ритуал для богатого урожая. Так в Покройской усадьбе, самой большой в Литве, готовится отмечать Юргинис – праздник пробуждения природы после зимней спячки. В
Впервые в летописях об этом поместье написали в XVI веке. В конце 18 столетия, еще во времена Великого княжества Литовского, барон Вильгельм фон Роб получил эту усадьбу в качестве приданого после свадьбы с графиней Александрой Мюнстерритте. Во время Второй мировой здесь находился немецкий репатриационный штаб. В советское время тут появился совхоз и сельскохозяйственный техникум. От былого величия этого места не осталось и следа. Лишь несколько лет назад заброшенное имение взял в аренду литовский предприниматель Гендрюс Климкявичус. Привлек деньги из европейских фондов, вложил свои. И вот старинная усадьба вновь принимает гостей, как и столетия назад. Самое главное, что внутри. К примеру, у нас музей как бы другой. Скажем, Рундаля, да, он очень такой... Ну, супер музей высшего класса, да, но он музей, в котором ты ходишь, тихо говоришь, никому прикасаться нельзя. У нас наоборот, ты можешь громко говорить, можешь себе прикасаться и попробовать почувствовать то, как было. Это живой музей, где оживают не только экспонаты, но и традиции. Туристам открыт вход во все ремесленные мастерские, которые когда-то приносили хозяевам поместья большой доход. Парфюмер в своей лаборатории колдует над ароматами, а пивовар в третьем поколении Альбертас варит пиво по литовским рецептам 19 века и раскрывает главный секрет вкусного напитка. Вот, вот что! Самое главное – поцелуй. Во. И тогда пиво получится очень хорошее. Будет пить. Любить друг друга, танцевать и плясать и так далее. Арендатор усадьбы называет себя одержимым коллекционером. Экспонаты для своего живого музея он собирает по всему миру. В главном особняке воссоздан былой интерьер. Каминный зал, музыкальный салон, курительная, апартаменты баронессы и даже комната для рожениц. Но и это еще не все. Восстанавливаем комнату доктора, потому что барон имел не только у себя доктора, потом ему доктор сделали и аптеку. Вот там, в этой стороне, дом аптеки. Потом построили, даже больница была, 16 мест. Вот. А здесь был сам доктор. А еще бизнесмен однажды организовал конный поход длиной в 2000 километров. Конники на жемантийских лошадях повторили легендарный маршрут литовского князя Витовта, который дошел до Черного моря. Топазос прошел не только до Черного моря, но и потом и в Краков шла, каждый день делая по 100 километров. Лошади жемантийской породы невысокие, но очень выносливые, устойчивые к болезням и обладающие покладистым характером. Жемантийская лошадь – это уникальная порода лошадей, и она имеет давнюю историю. В 15 веке эти лошади принимали участие в Грюнвальдской битве, а после Второй мировой войны порода чудом была сохранена и сейчас является частью исторического наследия Литвы. Историческое наследие, дух старины – именно это притягивает сюда людей. Например, арочный мост в стиле позднего классицизма, кстати, единственный в Литве мост из доломита – место романтических прогулок влюбленных. По легенде, именно здесь друг другу признавались в любви знатные литовские особы из прошлого. А их счастливый смех, если повезет, можно услышать и в наше время. Анна Смирнова, Даниил Жилинский, Балтия. Это была программа «Балтия» со своей краткой версией литовской истории, которую прямо сейчас здесь, в Литве, можно потрогать руками и попробовать на вкус. Встретимся через неделю на телеканале «Настоящее время».